Приветствую всех на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Предлагаю приготовить вместе со мной вот такой простой и очень вкусный салат из свежей капусты. Как раз появилась в продаже молодая, можно порадовать себя и близких разными вкусностями из нее. Все ингредиенты указаны под видео, но количество их может быть произвольным. Там же ссылка на другие салаты. Спасибо всем, кто делится моими рецептами в соцсетях. Давайте готовить. Шинкую мелкой соломкой капусту. Отправляю ее в салатник. Посыпаю солью и немного перетираю, чтобы она стала мягче и сочнее. Нарезаю мелкой соломкой яблоко. От кожицы я его не очищаю. Желательно брать сладко-кислые сорта. Отправляю его к капусте. Также мелкой соломкой шинкую помидор. Отправляю его в салатник. Нарезаю зелень. У меня укроп, петрушка и зеленый лук. Выкладываю в салатник. Делаю для салата заправку. Кладу натертый на мелкие терки чеснок. Добавляю к нему чайную ложку майонеза, у меня домашний. Сметану. Все перемешиваю. Добавляю сюда еще перец. Заправляю этим соусом салат. Все хорошо перемешиваю, пробую на соль, при необходимости досаливаю. Я взяла вот такую ароматизированную соль. Готовый салат выкладываю в тарелку и подаю к столу. Салат получился вкусным, причем за счет яблок у него будет каждый раз разный вкус. Попробуйте приготовить его, он вам точно понравится. Без лишних калорий, освежающий, как раз то, что нужно сейчас. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.